Коллеги, меня зовут Максим Амельничук, и в этом видео мы будем искать ответ на вопрос, какие книги необходимы риэлтору. В библиотеке нашей компании несколько сотен книг, поэтому когда приходит новый сотрудник, перед ним встает вопрос, с чего начать. В этой серии видео я прокомментирую и дам рецензии на те книги, которые есть в библиотеке нашей компании. Я хочу начать обзор книг с трех книг. У этих книг есть много общего. Значит, во-первых, это книги одного автора. Это Дэн Кеннеди. Долгое время он был неизвестен в нашей стране, его книги не переводились, и хотя существовали переводы, такие полуподпольные. Некоторые из этих книг написаны в 2004 году, но со временем они стали еще только более актуальны. Первая книга – это «Жесткие продажи». Вторая книга – это «Жесткий тайм-менеджмент». И третья книга – это «Жесткий менеджмент». Смотрите следующее видео, и вы увидите рецензию на эти книги. Подписывайтесь на наш канал и оставляйте комментарии внизу этого видео. До встречи!